Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджану Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча калпатару васяке пасинду бевача. Патитанам павуне бхавишна бибью намо нама. Мукам кароти вачалам пангун ланхетгирим. Ятке патам ханг банде парама анандамадвам. Биндавай тусидебай пиявай кешвасвача. Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха. Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам. Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай. Санкиртане кришна катхупадеша. Гаурия патрасья пракаса неча. Садану ракта гуру бхакти юкта. Бхакти прамодакша джагодарун дейям сада парибхабагнам авишта духам тиртас падам сива виринчинутам сараньям витаттихам панутопал бхавадипутам банде махапурушате чарунаравиндам ятпада паллаванахачанда маничатая Биспуриджито кемапикабхавадушвадарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадика маикада кипам паруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канука бодату Шанкиртанай капитару камала йотакшо Вишамбару дижавару джугадхар мупалу Банбанде джагат приякару Каруна бхутару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам, Буктин Чамуктин Чадада Синитам. Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бипуши тавам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Баранаси пурапати бхаджави шанатам Багиша джушо бадане, лакшмир джушо чавакшаши, джасиастида самбид, пам нишинга махам хаджи, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам. Рам Рам Хари Хари
Jeva Maishe Kitasauhidasa Jane Shudihan Tarvartikeshu Gehe Sujayat Majarati Matsu Napriti Jukta Javadatha Shaloke Jeva Maishe Kitasauhidartha Jane Shudihan Tarvartikeshu Gehe Sujayat Majarati Matsu Napriti Jukta Javadartha Shaloke Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagadguru said, Vaishnavas are very plain-hearted. Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada говорит, что Vaishnava они очень просто сердечные. Сарал. Сарал значит просто сердечные. Не лицемерен, искренен. То, что снаружи, то и внутри. И вот Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Парамахамса Джагадгуру сказал, что вайшнавы, они очень просто сердечны, сарал. Нет никакой запутанности. Саралата — это вайшнавата. Шрила Бхактисиддханта Тхакур пишет, саралата — это вайшнавата. Если нет саралбава, нет вайшнава, ты. Саралата вайшнавата. И вот Парамхамса Гуру Вайшнава, Шрила Прабхупад говорит, они очень просто сердечные, и они полностью привязаны к Бхагавану Шри Кришне. Нету стремление к материальному у них, и поэтому никакой запутанности в их жизни нету. Поскольку лицемерие, запутанность, все это возможно, когда у вас какое-то желание, если у вас нет желания, ваше сердце и душа посвящено полностью Бхагавану. Тогда не может быть никакой запутанности. Мы слышали о двух вещах. Первое это два вида запутанности. Первое в этом материальном мире. Два вида людей есть, которые слишком гордятся своим положением, слишком это. В общем, комплекс есть неполноценности и наоборот, комплекс превосходства. И вот, если вы думаете, что Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что если вы думаете, inferiority complex. That means Krishnadas Kaviraj Goswami is surely having inferiority complex. He is speaking this way. I am much lower than the insect of the stool. You can think this way, but it's totally wrong. Если вы думаете, что Кришнадас Кавираджа Госвами говорит это из-за того, что он чувствует себя неполноценным, то это не так. Поскольку у вас нет представления о сердце Гуру Вайшнавов, когда вы поймете ваше положение и положение Гуру Вайшнавов, Бхагавана Нитьянанда Гуранги, то тогда, естественно, вы разовьете такое смирение. Я могу повторять эту шлоку Тринадапи, повторять ее очень просто. Но если эту шлоку применю в жизни, то тогда я стану вайшнавом, а если просто буду говорить только, то, соответственно, нет. И вот Шрила Прабхупада говорит, Парамхамса Гуру Вайшнава, они очень просто сердечны, у них есть качество сарал. Не любят Бхагавана, не могут видеть Бхагавана, могут видеть весь мир в связи с Бхагаваном.
И поэтому и у них нет никаких потребностей, надежды на что-то. Как если кому-то нужна дешевая слава, лабха пуджи, пратишка. То такие люди могут ради этого пойти на что угодно, на гуру вайшнава они настолько готовы жертвовать собой, что могут говорить о чем угодно. И они не идут ни на какие компромиссы. Если кто-то им пообещает вселенную славу ради, чтобы они пошли на уступки со своей седантой, то они этого никогда не сделают. Чисто гуру вайшнава, настолько они посвятили себя Бхагавану, они забыли о своей собственной славе. И вот Шрила Прабхупада говорит, если весь мир отвергнет нас, то мы все равно не изменим свои седанты. И даже те, кто пришли ко мне, приняли меня как своих, приняли меня и как своего гуру. И даже если не все оставят меня, то я все равно буду находиться под зонтиком лотосных стоп Гуру Падмы без всякого страха. Я буду продолжать говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Я не изменю свою седанту. Люди запутанности в замешательстве. Они не могут понять, что такое седанта, то, что я говорю. И Шрила Прабхупада также говорил перед тем, как оставить этот мир. И вот сейчас никто не понимает мои седанты. Никто не может принять мой вичар, что я буду делать, находясь в этом материальном мире. И вот они не принимают меня. Этим временем какая-то борьба может начаться. И это... Йога-майя иногда, или просто Махамайя, это все организует. И вот Шрила Прабхупада перед тем, как оставить этот мир, он сказал, и вот Шрила Прабхупада никогда не шел ни на какие компромиссы, ни с какой сахаджи, ни с чем. Он был даже готов оставить свое тело. Сахаджи были готовы убить его, но Шрила Прабхупада никогда не изменял свои седанты, своих убеждений. Шрила Прабхупад говорит, Парамхамса Гуру Вайшнава, они просто сердечны, они сарал. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, саралата – это вайшнавата. Простота и просто сердечность – это качество вайшнавов. И вот люди в замешательстве, кого же принять, какую седанту. Поскольку люди говорят так, какой-то махарадж одно, второй, второй, третий, третий, и люди в замешательстве. Не все могут принять мои слова, поскольку люди запутаны, находятся в сконфужены, кого же чьи же слова принять. И вот седанта в том, я приведу пример, например, есть различные пураны. Одна пурана говорит одно, другое. И что же делать, поскольку различные пураны, они были составлены для различных целей. Есть шесть сатвических пуран, шесть раджасических, шесть тамасических. Если кто-то начнет бороться со мной, приводя свидетельства с тамасических пуран, я говорю о свидетельствах Бхагаватам, то кто же прав в этом случае? Вчера я говорил. И вот.
проблема. И даже в Пуранах такие замешательства. И что же делать? Тогда нужно, если вот Пураны противоречат друг другу, ну, поскольку они составляются для различных целей, но нужно принять мнение Бхагаватам. Разносические Пураны Брахму поставляют, тамасические Шиву, сатвические они Вишну говорят, что превыше всего. И вот нужно пойти к Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати. Если вы не хотите окончательно запутаться, вы должны пойти к Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати или к Шриле Бхактину такого, это гораздо более практично. Кто-то говорит, что вайшнавы иногда обманывают. Я тоже верю в это. Вайшнавы иногда обманывают. А когда? Когда они видят, что мы обманщики. Вначале мой Гуру Махарадж хотел однажды меня похвалить. Я закрыл свои уши и ушел, сказал, Гуру Махарадж, не хочу слышать хвалу в свой адрес, вы хотите обмануть меня. И Гуру Махарадж понял, и с тех пор меня не хвалил. И вот перед тем, как услышать свое прославление от Гуру Падмы, я хочу умереть. Ничего более опасного. Мало кто может это сказать, такую седанту. Я говорю то, что сказал Шрила Прабхупад. Вайшнавы, они иногда хотят обмануть нас, но когда они увидят нашу искренность, то они не будут делать этого. И вот как Гуру Махарадж перестал меня хвалить. И нет ничего более опасного, чем слушание хвалы в свой адрес уст Гурудева. И вот лучше бы, Махарадж говорит, лучше бы выгнали, дали пощечину, чем говорить о его славе. И если вайшнавы ругают меня, то я чувствую, что я получил милость. Чайтанья Махапрабху, иногда он обманывал публику, как Валабхачарья, он иногда обманывал его, или Брахмананда Бхарати. Валабхачарья, Валабхата. Махапрабху сказал, Санатан Руб. Санатана не было, там Рупа была в Айграме, в Аллахабаде, на том берегу реки это было. Там Анупам и Рупа Госвами. Мы должны помнить эту сиддханту и не забывать. Мало кто когда-либо слышал об этой сиддханте. И вот когда Валабхабата, Валабхачарья, он хотел поклониться Рупе Госвами Паду, и Анупами, они сказали, не кланяйся нам, мы падши души. Махапрабху сказал, вы столь возвышены. У вас так... Махапрабху сказал Валабхачарье, что не с низкой касты. И Валабхачарье, он показал, я думаю, вы шутите со мной. Он понял, что Махапрабху посудил над ним. Кришна нам всегда танцует на вашем языке. Эти, вы не можете быть падшими душами. И таким образом, время от времени Махапрабху он обманывал Валабхачарью. Однажды он их обманул Брахмананда Бхарати. Он сказал, что вы Сакшат Брахма. В Нилачалдаме, когда мы пришли сюда, мы видели два Брамы, Джаганатха и вас. Брахмананда Бхарати.
И вот время от времени Махапрабху, он обманывал глупых людей и слишком гордых. А Вайшнава Шрила Прабхупад также, он выражал почтение одному из своих учеников на большом собрании. Он сказал, что вас очень такие хорошие слова о нем. Шрила Прабхупад сказал, что ты подобен моему Ганеше. Но эти люди, к сожалению, пали вскоре. Какие-то вайшнавы могут дать нам огромный титул. Но Шрила Прабхупад никогда не хотел получать никаких титулов ни от кого. Он мог запросто собрать так множество титулов всяких регалий, но он не был заинтересован в этом. И мой вопрос к вам. Можем, на кому же нам следовать, Шри Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху, или вот, например, каким-то шактивистским аватаром, как, например, Парашурам. Можем ли мы следовать Парашураме? Парашурама вроде бы шактивистским аватара, но есть Гуранга Махапрабху, и кому же мы должны следовать? Вроде Парашурам, он как бы Шакти Вешаватара, и поставить Господа в какой-то степени, но почему не нужно следовать ему? И его ученик, один из 12 махаджан, это Бхима. И вот он один, это Бима, ученик Парашурама, один из 12 махаджан, и следует ли нам следовать Парашураме или его ученику Биме? Это мой вопрос. Кому? Питамахе Бишме. Кому же следовать? Бхагаватам говорит, нужно следовать Бишме. И вот мой вопрос к вам. И вот, если кто-то будет пытаться как-то напасть на меня, но я завишу от Шрилы Прабхупады, поэтому бесполезно как-то нападать на меня. И я завишу только от Шрилы Прабхупады. И вот, может быть, множество шакти вешаватар. Будха тоже был Шанкарачарья, он тоже шакти вешаватара. Но он одурачил людей, так тем не менее. Ришабхадев тоже шакти вешаватара. Дататрея, он тоже шакти вешаватара. Но нужно ли им следовать? Я спросил вас, спрашиваю, нужно ли следовать Дататре или Парашураме, или еще какой-то Шакти Вешаватаре, и кому же следовать? Вайшнавы иногда могут обмануть нас, дав большой титул. Даже Шакти Вешаватара может совершить ошибку, как Парашурама, например. Он браман. И он убил множество браманов. Тысячи браманов. А Питамаха Бишма сказал, что такой гуру, который говорит неправильно,
что делать, что не делать, не имеет представления о правильном и совершает оскорбление такого гуру. Нужно оставить. И кого же принять? Бишму или Парашурама? И вот правило шастр оставить такого гуру. И вот весь мир в замешательстве. Один ачарья сказал то, другое, то, третье, то. И вот вроде все правильные. И как их же гармонизировать, все их высказывания? А я говорю о Сиддханте Шрилы Прабхупады. И вот я завишу полностью от Сиддханте Шрилы Прабхупады. И кому следовать, кому не следовать. У меня нет никаких надежд для вас. Моя харикатха, она чиста. Моей жизни посвящена харикатхе. Харикатха — это не какая-то коммерция. Я не делаю это ради денег или ради заработка. И что же делать, зависит от вас. И вот так много непонятных вещей, многие сконфужены. Один ачарья говорит одно, другое второе, а я говорю об абсолютной Сиддханте Шрилы Прабхупады, и вот это хорошо. Я думаю, что мой совет, если есть какое-то замешательство относительно различные сиддханты, мы должны зависеть от Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати. Как среди различных пуран мы должны зависеть от Бхагаватам. Бхагаватам — это окончательное решение. И вот если я скажу, что Шридхар Махарадж хотел обмануть вас, кто в это поверит? Но я могу привести свидетельство из Бхагаватам, из слов Шрилы Прабхупады, но многие все равно будут в замешательстве. И что же делать? И сейчас ситуация столь запутана во всем мире, что подлинная харикатха, она очень редка. И вот подлинная харикатха, она очень-очень редка. Никто не хочет говорить о подлинной харикатхе, говорят с каким-то подсчетом, с какими-то корыстными мотивами. Но у меня нет никаких надежд на какие-то другие вещи. И вот день за днем я говорю о нашей Гуру-варге, о славе нашей Гуру-варге. И вот сейчас, сегодня день явления Шрилы Бхакти-вичары Джаджи-варга Госвами Махараджа. Его сердце было настолько просто. Он был очень простосердечен. Мы не знаем, никто не говорил вам об этом. Как вы узнаете, он был очень прост. И вот он пришел к Шриле Прабхупаде, до этого он родился в высокой брахманской семье в Орисе. Очень знатной семье. Сарвешвар Панда его звали. И вот он отправился в Джагнатхпури в молодом возрасте. В общем, школу он закончил, там еще что-то закончил, высшее образование еще не получил. И вот пошел в храм Джаганатха, чтобы молиться о милости Джаганатха, чтобы обрести Гурудева. Он хотел совершать баджан с самого детства. Он хотел совершать баджан, но где же обрести гуру? Так или иначе, по милости
Джаганатха, Бхагавана Баларама. Он встретил Бадхари Махараджа, ученика Шрилы Прабхупады, и захотел видеть, кто он, этот великая личность Шрилы Прабхупад. И вот он хотел увидеть его. И в итоге, что случилось, увидев лотосные стопы Шрилы Прабхупады, он предался ему. Настолько он был прекрасен, настолько могуществен, настолько привлекателен. И что случилось в году? В 1926 году он получил харинам и дикшу одновременно, поскольку вайшнавы могут понять. Они сначала проверяют человека, достоин ли он принять посвящение, лучше подождать, пока человек станет зрелым. Не нужно, нужно ждать и смотреть, не нужно принимать какие-то решения необдуманно. Поэтому хорошо, лучше подождать, посмотреть, подумать. Сейчас вроде все под вашим контролем. Мы пытаемся контролировать свой ум, свои чувства, и иногда лучше подождать, посмотреть, иначе дикша и станет, ну, может стать очень дешевой и не принести должного результата, как и на базаре. Продаются всякие дешевые вещи, и сейчас, к сожалению, дикша тоже раздают, и дикшу саньясу раздают всем попало. Всем, кому, всем подряд, в общем. Даже отвертиться некоторые не успевают, уже саньясу получают. Но на качество никто не смотрит. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этом, что сейчас никто не заинтересован в том, чтобы смотреть на качество, а смотреть на количество. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур в комментарии к Упанишадам-рите предсказал, что из-за этого вся сампрадая осквернится. И вот сегодня я тоже Махарашина на хинди говорил, что из-за этого вся наша сампрадая оскверняется. И вот во времена британской администрации и вот англичане организовали утечку мозгов из Индии. Any man having very nice quality, you can engage him in such a nice seva, he can come out successful. Follow? But the British people used to apply such a rule so that his brain can go to drain. You don't understand now. His brain can go to drain. Drain, you know? Drain. Where all water, urine going in? Brain, drain. They don't understand. Very old. In India, almost all old men, they have idea. They know this word. Brain, brain. In mort also. I'm not speaking lie. Bhagavatam is in front of me. I'm keeping Bhagavatam at present. In Mat Mandir also, in society, they are thinking, this man is very powerful. These are, then make him out of society. Or they like to make brain brain. I know personally, they also wanted to apply this formula with me. They're giving me honor, but I am not so foolish.
Нужны еще англичане, каких-то способных, достойных людей занимали какой-то совершенно бестолковой, бесполезной деятельностью, чтобы... Ну, они ничего не делали. И вот в матхах тоже такое часто происходит, что каких-то достойных людей, которые могут составить конкуренцию текущему ачарье или вообще занимающим какое-то положение, они их занимают какой-то бестолковой, бесполезной деятельностью, чтобы они занимались какой-то ерундой и ничего полезного не делали, и таким образом, как сказать, не нейтрализуют их. И вот я видел это на своей жизни, такие явления. Ну, такие эти можно явления опознать, если быть достаточно разумным, то можно увидеть, что занимает какой-то бестолковой деятельностью. И вот Сарвешвара Панда, Бхактивичара Джаджарога Госвами Махарадж, в 1926 году Шрила Прабхупада дал ему харинам и дикшу. И вот он взял ответственность за служение Радха Говинде в Шри Чайтанья Матхе. И вот божество Шри Чайтанья Матха, он видел чистоту его сердца, ума, тела и всего остального. И поэтому он дал ему ответственность поклоняться божествам в этом храме. И после этого он начал изучать Харин Амрита Вьякарон в этом Бхактивинода институте. Хотя высшее образование он еще не получил, но все же его сиддханта, его познание, его ум был очень остро. И его киртан. Шрила Прабхупада понял, что он предавшийся душа, что очень важно. Шрила Прабхупада понял, что он полностью посвятивший себя душа. Он очень искренен. И Шрила Прабхупада был счастлив. И по указанию Шрилы Прабхупады он совершал киртана. Его голос столь прекрасен был. Шрила Прабхупада слушал его киртана в различных дармы. В различных этих собраниях и прочих он от всего сердца пел киртан. Его киртаны были настолько искренне, настолько плавящие сердце буквально. Даже если вы не понимаете значение слов, но эти трансцендентные слова, трансцендентный звук. И вот трансцендентный звук не зависит ни от какого языка. Трансцендентный звук, он снисходит свыше. И вот он совершил киртаны в различных местах. И вот он титул получил. И вот он служил Чайтанья Матхе в других местах также. И вот однажды случился уникальный случай в его жизни. Шрила Прабхупада хотел дать ему саньясу, но он не был готов. Хотя другим Шрила Прабхупада саньясу сразу не давал, а ждал лет 10-20, смотрел на их поведение и прочее. И вот он сказал, что я не хочу принимать саньясу, поскольку в гороскопе написано, что жениться я должен буду. И Шрила Прабхупада засмеялся.
И вот он рассказал весь этот случай. Один брамачари и сарвешвара панда этот преданный и один очень хороший астролог, знаменитый пандит, видя пальмистр, в виде его ладони, он предсказал, что если не женишься, то все равно женишься. А если не женишься, то я тут астрологией прекращу заниматься, ну, поскольку там явные знаки этого. И вот он сказал Джаджвага Свами Махараджи какому-то другому брамачари. Но Джаджвага Свами Махараджи уже принял искреннее прибежище лотосных стоп Шрилы Прабхупады, а тот брамачари нет. Джаджвага Свами Махараджи, он был полностью посвятивший себя душе. И когда мы посвятили себя Шриле Прабхупаде и Гурудеву, то это уже их ответственность, их обязанность спасти нас. Когда я посвятил себя полностью лотосным стопам Шриле Прабхупаде и Гурудева, то это уже их обязанность спасти нас. Это не мое беспокойство. Я не должен беспокоиться об этом, что будет, если говорю так или иначе. Я знаю, я говорю правду. Люди в замешательстве. Что же делать? И вот с различных углов, различных седанта приходят. Люди не понимают, что к чему вроде. Чем Баба говорит, все правильно, но кто-то возмущается, почему именно так. И вот Джаджвага Свами Махараджи был полностью посвящен. Он был полностью предан Шриле Прабхупаде, а другой брамачари нет. И вот этот астролог, он был тоже хорош. В общем, тот брамачари женился вскоре, но сарвешвара брамачари такого не было, поскольку он был полностью предан Шриле Прабхупаде. И вот сарвешвара Прабху, когда сказал Шриле Прабхупаде, что этот астролог и отец мой, он тоже очень хороший, знаменитый астролог, он тоже сказал, что я женюсь вскоре. Шрила Прабхупад улыбнулся и сказал, что совершай баджаны, не думай об этом. Шрила Прабхупад только улыбнулся, совершай свой баджан, тебе не нужно думать об этом, поскольку Шрила Прабхупад знал то, что написано на руке, может быть изменено с помощью баджана. Много таких случаев. Мой Гуру Махарадж в 68 должен был умереть по гороскопу, но из-за того, что он совершал баджан, его продолжительность жизни оказалась больше 100 лет. Так много случаев написано на руках, но сбудется ли это и должно ли это быть. Если мы искренне совершаем баджан, баджан это может измениться. И вот когда через несколько лет этот астролог встретился с сарвешваром, сказал, как это возможно. Это чудо. Дай посмотрю твою руку. Он посмотрел и сказал, прикоснулся и сказал, чудо. Как это возможно? Все линии на твоей руке поменялись. Я вот должен быть встретиться с огромной опасностью в своей жизни, но все эти опасности ушли по милости Гурудева и Шрилы Прабхупады. И кто-то сказал, что эта группа готова убить вас. А я сказал, что... Ну что, если убьют меня, то не смогу хрена повторить. И вот однажды боги мы поехал в Варанаси, я с ним поехал в Бенаровский Хинду университет, ну с ним заодно.
ну, лет 15 назад, где-то около того. И вот он хотел проверить свою руку, судьбу. И вот Гопананда Бон Махарадж случайно. Он тоже очень пожилой, после уже ему более 90, и он адрес какой-то дал ему. И вот я, в общем, со своим другом я зашел к нему, это было рядом с храмом Вишванатха. Махапрабху тоже был там, там огромное баньянное дерево, под ним сидит человек. И вот мой брат Боги начал спросить, спросил у него, что насчет меня тот думает. Я, у меня как бы дела не было до этого, но не знал, куда деться. В итоге он сказал, что никто вас не убьет. Могут все выступать против вас, но никто не сможет вам никакого вреда принести, будьте уверены. И вот я знаю Гуру Варга. Она со мной, и вот Сарваша Брахмачари, видя его руку, и то, что сказал астролог, все изменилось, как это возможно. И после этого, по милости Шрилы Прабхупады, он принял саньясу в 1936 году, перед тем, как Шрила Прабхупада оставил свое тело. Он хотел дать саньясу Сарваша Брахмачари. И Шрила Прабхупад хотел дать саньясу моему Гуру Махараджу, но из-за какой-то причины вот он ушел из этого мира и не дал физически, но пришел во сне и дал саньясу вот так. И во сне, если кто-то получает мантру, люди не поверят. Ну, люди хотят верить, ну, чтобы не сомневались, поэтому он для приличия принял саньяс также физически. И вот после получения саньяса Шрила Прабхупад хотел дать ему Радха Гаятри, Радха мантру. Особо ему никому практически не давалось. Может каким-то избранным преданным, но вот один из них, Джаджа Госвами Махарадж, Радха мантру и Радха Гаятри очень сокровенно. И вот однажды Шрила Прабхупад дал наставление командиру Матха, Чайтанья Матха, в то время муж Нарахари Прабху был менеджер всего этого, был Кунджада, Нарахари Прабху всем заведовал. И вот сказали, что Джаджао Махараджу нужно сказать, чтобы он пошел на ту большую Дарма Сабху, на это религиозное сампрадаю, на религиозное собрание, там множество представителей разных сампрадай в Калькутском холле приехали, и вот попроси, чтобы Джаджао Госвами Махарадж поехал и выступал от имени Гауди Матха. И вот, услышав такое указание Шрилы Прабхупады, он начал плакать, как я могу идти, я совсем не пандит, что я могу им сказать. И вот он начал плакать. И потом Шрила Прабхупада узнал, что Джаджао Госвами Махарадж плачет. И Шрила Прабхупада был очень строг. Какова причина, что плачете? Все равно он поедет. И вот Джаджао Госвами Махарадж в итоге пошел на это собрание. Великие пандиты по санскриту и прочему были там. Это было религиозное собрание. И вот он от имени
Гауди Матху, он выступил там. И вот он начал говорить перед этим всем собранием. И после того, как его речь была закончена, пандиты начали выражать ему почтение, восхищаться его речью, говорит: «Саду, саду, хорошо, великолепно, замечательно». И вот когда пандиты довольны вами, они говорят: «Саду, саду», значит, нечто хорошее, правильное. И все они признали, что все, что сказал Джаджарга Семхарадж, это совершенно, но по сути это все было сделано Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупад настолько умен, он, будучи в Майяпуре, если он пошлет кого-то, такую собаку, как я, то Шрила Прабхупад может контролировать меня, может вести меня, может вдохнуть меня в силу. Как Шрила Прабхупад был здесь в Индии, Бангасвами Махарадж в Европе, в Германии, то оно все равно они все находились под полным контролем Шрилы Прабхупады. Бхактисиддханта Сарасвати, кто-то думает, что это невозможно, кто-то не может поверить, но даже если я скажу об одном кармическом гуру, не хочу его называть, поскольку не хочу оскорблять никого. И вот он стал знаменит, как известный тантрик. Саду к нему. Неприменимо слово, термин саду к вайшнавам применяется, а не к фокусникам. Кто-то просто достигает какой-то йогической силы, но слово «саду» к нему неприменимо. И вот тот полутантрик, полуйог, его ученик отправился в Америку, в Чикаго, на религиозное собрание, сказал там спич какой-то, лекцию какую-то произнес, народ полчаса хлопал. Ну, как бы ничего хорошего не сказал, но народ хлопал. Ну, обычные такие кармические вещи. Никакого бхакти там, никакой религии там библейской не стояло. И вот этот ученик, он хотел сказать свою лекцию в Чикаго и прославился, и какие-то люди потом захотели его убить, отравить. Он как бы... Хотя он из-за того, что прославился, хотя посмотреть обычный негодяй. Ну, поскольку все, что он говорит, было ерунда. Это Вивекананда вроде бы. И вот его в итоге отравили или пытались отравить. Дали ему какой-то напиток отравленный. В прекрасном стакане вот, угостили его этим ядом. Жарко, вот освежитесь. И вот взял этот стакан. Хотел выпить, но внутри в стакане он увидел изображение своего гуру, который жил здесь, в Северной Калькутте. Он как обычный кармический гуру, тантрик. Смотрите, насколько могущественен. Явился в этом стакане и сказал, что не пей там яд. И вот если обычные материальные гуру могут такое делать, то что говорить о Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати? Если бы мы знали, кто такой Шрила Прабхупад и какие-то организации, прикрывающиеся его именем, если бы знали, кто такой Шрила Прабхупад, они бы не смогли жить так же.
еще какие-то несколько учеников Шрилы Прабхупады, они оставили Шрилу Прабхупаду и приняли прибежище Канаприи Дас Бабаджи Махараджа, но не смели заявить об этом открыто даже. Они не знали, кто такой Шрила Прабхупад. И вот если обычный кармический тантрический гуру может так контролировать своих учеников издалека, в Америке, будучи в Калькутте, то что же может сделать Шрила Прабхупад? Разве он не может контролировать меня или помочь мне говорить харикатху, если я искренне пытаюсь сделать это? Подумайте об этом. Он очень могуществен. И вот Джаджава Госвами Махарадж, он был там в Калькутте, и Шрила Прабхупад, он был в Майяпуре. Мы должны верить этому, все, что мы сделали, все это по милости Гурудева. Однажды Браман, он родился в Бенгале. И вот он совершал баджан, повторял гайтри. И внезапно, из-за какой-то причины, он решил, стал бессердечным. Калапахара его назвали. И вот он решил разрушить все храмы хинду во Вриндаване, в Каше. И вот Калапахара его назвали. И сломал множество храмов. Хотя был Брахман, но стал каким-то демоном. Вот Рудра, он этот заведует разрушением. Шактивеш аватар — это слово. Если кто-то говорит о ком-то, это не значит, что ему нужно следовать. И много внутренних значений, как Накул Брамачари был Шактивеш аватар, Бхагаван Гуранга пришел, и когда пришел из Пури, он вошел в тело Накул Брамачари. Шивананда Сен хотел доказать что-то, что правильно это или нет. И вот вечный спутник Гуранги Махапрабху Шивананда Сен, он не мог принять то, что Махапрабху пришел сюда, в Калну. И вот Шивананда Сен говорит, хорошо, давайте проверим. Проверим моего Господа, здесь он или нет. И тогда Шивананда пошел, отошел далеко куда-то, а Накул Брамачари сказал, позовите Шивананду, они тут стоят, не приходят. У него есть какое-то сомнение обо мне, я знаю, Шивананда сказал. Если Накул Брамачари может сказать ту мантру, которую я повторяю, тогда я поверю, что Гуранга Махапрабху пришел. И вот как он пришел, он сказал, что я знаю, ты повторяешь десятисложную мантру вот эту. И да, действительно, это была та самая мантра. Адвайта Гасай хотел. Адвайта Гасай знал, что Махапрабху это Верховный Господь, но все же он несколько раз доказывал, что это именно он. Адвайта Гасай, он
взял на себя роль всех обычных людей, нас. И специально он выразил сомнения и смотрите, как в случае, и разрешил эту проблему. И как в случае Парикшит Махараджа. Думаете ли вы, что Парикшит Махарадж глуп? И у него есть какое-то сомнение в Расселе или нет, но Шрила, но Парикшит Махарадж задал вопрос, чтобы решение пришло. И у всех людей был путь. Парикшит Махарадж, смотрите, Махабхагаватам, Бхагаватам в четырех местах говорится. В общем, он называется Махабхагавата в четырех местах. Мало того, он еще получил Даршан Бхагавана, будучи в чреве матери. Даже перед тем, перед рождением, он уже получил Даршан самого Бхагавана, будучи в чреве своей матери. Если у него сомнения, Кришна лили, кто может так подумать? Но зачем же он спрашивает такой глупый внешний вопрос? Но если бы он не спросил, то весь мир, он бы не узнал ответа. И поэтому ради всех душ, всех джив, он спрашивает такой вопрос у Парикшит Махараджа, чтобы Парикшит Махарадж ответил, что Бхагаван Шри Кришна находится в сердце всех душ, даже насекомых, даже комаров. Везде Бхагаван пребывает. И Парикшит Махарадж, он дал такой прекрасный ответ, но и вот Шукадев Госвами ответил, что Бхагаван пребывает в сердце каждого, как сверхдуша. И как это возможно для него сделать что-то неправильное? Неправильное. И вот он получил такой великолепный ответ. Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами отвечает внутри сердца всех гопи. Внутри сердец мужей гопи, внутри сердец всего творения Кришна пребывает в каждом сердце. И что плохого, если сверхдуша пребывает, появляется, чтобы явить свою лилу с ними? У него нет сверхдуши, нет никаких корыстных желаний, просто она является, чтобы исполнить желание их сердца. И вот Бхагаван, чтобы исполнить их сокровенные желания их сердца, он сделал так, и поэтому мы, кто-то думает, что рассолило нечто скверное, но это из-за того, что сам человек скверный. Махарадж говорил, введение о расе лиле, тема такая, долго достаточно, несколько лекций было, чтобы разоблачить все ложные представления о ней. Но все же люди в замешательстве. Один ачарья говорит одно, другое, второе. Третий написал третий. Кому же следовать, кто же прав? Хотя я говорю об абсолютной истине, мало кто может принять, но все же когда-то они примут и поймут. И вот Джаджива Госвами Махарадж, он был лучший.
И смотрите, как он посвятил себя Шриле Прабхупаде, и что он делал после его ухода. И вот кто-то из нашей Гуру-Ваги, как Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, они все вместе основали матх в Миднапуре. И этот матх был в старом здании, там привидения жили. Оно было закрыто долгое время. Я был там, говорил Харикатху долгое время. Это Шьямананда Гауди матх называется в Миднапуре. И вот это здание было полно привидений. И наш Шрила Мадхава Госвами Махарадж, они попросили этого домохозяина, можете ли вы отдать нам это здание. Он сказал, забирайте, там одни привидения живут, но его. В общем, подарил это здание. И когда они говорили, начали говорить Харикатху, сверху привидения кидали огромные камни на Вьясасану. И вот они говорили, тут внезапно попадал огромный камень сверху. Шрила Мадхава Госвами Махарадж и другие вайшнавы, они были могущественные, прогнали этих привидений, и там были прекрасные божества установлены. И начали проповедовать, и в итоге Мадхава Госвами Махарадж, он построил множество храмов, но Шанта Госвами Махарадж, хотя он был младше всех, все равно очень активно проповедовал, тоже несколько храмов основал. И вот Джаджар Госвами Махарадж был очень мягкосердечен, не стремился куда-то ездить. И вот решили этот храм отдать ему, Джаджар Госвами Махараджу. У него как бы храмов не было, поэтому вот ему отдали. И в итоге он потом построил храм в Кате, в Дурмуде он родился, около Кати, где-то 12 километров. Я был на месте явления Джаджар Госвами Махараджа достаточно давно. И вот. И в итоге одна вдова, она хотела Джаджар Госвами Махараджу пожертвовать землю, это место, дом какой-то и божество в Чандракане. Там много Харикатхи на Бенгале было. Махарадж тоже был там. Хорошее место, хорошее. Самча. Шьям. Вот его так божество назвали, не расслышал. Шьямчал как так. И вот Джаджар Госвами Махарадж, он любил повторять Харикатху, Харинам, и говорил Харикатху иногда. Он не ездил никуда, не проповедовал. Кто-то если приходил сами, то он давал им посвящение, проверял их. А так он активной проповедью не занимался. И однажды в Картик-врату, вот Картик-врату начиналось, и в Карти уже собрались проводить программу на весь Картик, и вот этот настоятель этого храма сказал, что делать. У нас тут ни риса нет, ни дала, ни продуктов нет. Столько людей понаедет, что же делать? И Джаджар Госвами Махарадж засмеялся, и все. Что вы переживаете? Идите, закройте дверь. Закройте двери и начинайте совершать санкиртан. И вот преданные начали совершать санкиртан. И Джаджар Госвами Махарадж и вот ключ Махараджу отдали. Закрыв двери, Махарадж пошел на крышу и начал повторять Харинам. И тем временем какой-то человек начал стучать. Говорил, открывайте, что случилось, кто знает.
О, Махарадж. Махарадж сверху смотрит, какой-то человек приехал, тот сказал, дал ключ Брамачари, чтобы тот открыл дверь. И тот человек сказал, что тут кто-то отправил вам много риса, много мешков риса, дала, ги, масло, специи и все остальное. Брамачари были удивлены. Только сказали, что есть нечего, но мало продуктов, тут Кришна все отправил. И Брамачари спросил человека, кто отправил это, не знаю кто, кто-то там все купил. Загрузили, дали адрес, заплатил за доставку. Вы хоть зовут-то, как скажите, без понятия. Ну, сказали, в этот храм отвезти и все отдать. И вот Джаджа Госвами Махарадж сказал, не в Харикатхе не беспокойтесь о недостатке риса, дал денег или еще чего-то, совершайте баджан. Это ответственность Бхагавана. Почему вы беспокоитесь о каких-то материальных вещах? Пытаетесь собрать деньги, еще что-то. Вы пытаетесь спасти других, но сами ваша жизнь портится в результате. Но вначале вы должны спасти себя, а потом уже пытаться помогать другим. Но не каждый имеет столько силы, столько могущества, чтобы спасти других. И вот Джаджа Госвами Махарадж на вечерней Харикатхе сказал такие слова. И вот Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж его очень уважал, он был очень простосердечен, его сердце было очень, как Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж. Видели ли вы его в своей жизни? К сожалению, многие не видели. Но он ушел в 2000 году, в 2001 или 2002 начале самом. Те, кто видели его или имеют какое-то представление о нем, он был более просто сердечен, чем пятилетние дети. Хотя ему уже было уже около 100 лет. Но все же он был очень прост, Шридхар Махарадж тоже. И вот внешне они могут обмануть вас, дав вам какой-то большой титул. Завтра я тоже буду говорить Харикатху, очень важный день завтра. И вот вайшнавы иногда могут обмануть нас. Есть два вида милости. Вайшнавы могут дать нам милость различными способами. Первое — это ложная крипа. А второе — это подлинная милость. И вот вайшнавы так ему как... И вот некоторые преданные сконфужены, не понимают, что к чему. Но поскольку много разных мнений, но и суть в том, что если вы искренне, то тогда вы никогда не будете обмануты. Я не,
никого не обманываю и говорю то, что слышал от Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупад говорит, вайшнавы иногда могут обмануть вас, если вы сами обманщики, если вы искренне. Нет никакого оскорбительного настроения в вашем сердце, то тогда они могут взять вас на колени буквально. И дядя Вагусей Махарадж, если внешне не столь высокообразован, не ездил в западные страны, это не значит, что он бесполезен. Он чистый преданный, эти чистые преданные, им не нужно куда-то ездить. Мой гуру Падпадма говорил, если ваш ачаран, ваш характер, ваше поведение, ваше сиданта и все остальное совершенно, вы увидите, что люди сами будут приходить к вам, те, кто искренне душ, они придут к вам, как пчелы, они летят на цветы. И им, а цветам не нужно специально приглашать пчелу. И вот чтобы утвердиться в ачаре, а дальше Гуранги Махапрабху и стать великим проповедником, каково определение подлинного проповедника, тот, кто утвердился в ачаре, а дальше. В общем, в ачаре, в учении и в идеализме Шримана Махапрабху, тот и есть подлинные проповедники. Вот Бхактолок Парамхамса Махарадж, Бхактивачарья Джаджвал Махарадж и Гуру Кишурдас Бабаджи Махарадж, они лучшие проповедники. Им для этого не нужно ездить в какие-то западные страны своим этикетом, своим характером. Всем остальным они проповедуют им отсюда. Им даже не нужно ездить куда-то. Таким образом, Джаджвар Гусей Махарадж говорил о совершенной сиданте однажды, когда Шрила Мадхава Гусей Махарадж он захотел восстановить место явления Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Но какие-то богатые организации ничем не помогали. И Шрила Мадхава Гусей Махарадж беспокоился. Много было судебных тяжб. И Шрила Мадхава Гусей Махарадж, когда одержал победу во всех этих судах, он захотел организовать великий праздник по этому поводу. Но он еще не только начал стройка, и вот он хотел организовать праздник на месте явления Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. И вот всех пригласили. И Шрила Мадхава Гусей Махарадж сказал, мне нужна ваша помощь, ваше благословение. Иначе как можешь закончить эту великую миссию? И тем временем Джаджвар Гусей Махарадж начал, он сказал вот такие слова. Он произнес такие слова, и Мадхава Гусей Махарадж сказал, что мой брат в Боге благословил меня, что
что он один, его более чем достаточно. И действительно, никто ему не помогал. Ну, кто-то какие-то деньги дал, но их настолько мало было, что ну, ничто. Там было много денег нужно было для строительства, там большой храм достаточно. И Шрила Мадхва Госвами Махарадж понял, что мой брат Боги благословил меня этими словами, действительно. Шрила Мадхва Госвами Махарадж достиг успеха один. Чтобы построить этот храм. И вот он восстановил место явления Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. И вот Шрила Джаджа Госвами Махарадж помогал. На любых собраниях. И я могу под попозже рассказать о настроении Шрилы Мадхва Госвами Махараджа. Он был такой личностью. Он хотел следовать Шрили Прабхупаде полностью, безупречно. И все ее братья Боги, как мой Гуру Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж, Бон Махарадж, он расплакался, когда говорил о Шрили Мадхва Госвами Махарадже на дни его ухода. Он сказал, что он единственный, кто хотел следовать указанию Шрили, учению Шрилы Прабхупаде полностью. Без, мы не смогли полностью следовать ему, но Шрила Мадхва Госвами Махарадж, он вполне всех следовал его учению, его наставлениям. Перед тем, как оставить этот материальный мир, Шрила Прабхупада сказал, мы должны вместе под руководством одного Ашрай-Виграхи мы должны проповедовать послание Шиши Гуру Гуранги. Это было успешно. В случае с Шрили Мадхва Госвами Махараджем он никогда никому не завидовал, не мешал. Наоборот, приглашал всех. Всегда. И даже с, Шрила Мадхва Госвами Махарадж всегда делал все открыто, всегда всех приглашал своих братьев Боги на проповедь и прочее. Он был полностью открытым человеком. А Джаджа Госвами Махарадж, он был очень счастлив быть с ним. И вот, и также Шридхар Госвами Махарадж. И вот на всех собраниях они были. Джаджа Госвами Махарадж говорил Харикаты Ху, записывал, говорил кир, совершал киртаны. Однажды в Калькутте, в читании Годи Матхи, было большое собрание. И там, тогда пригласили губернатора, в общем, какого-то чиновника. Ну, традиция такая есть, приглашать всяких важных шишек на религиозные собрания. Забыл, как зовут его. И вот он сидел на кресле там. Харикатха происходила. И перед окончанием сабхи и вот он отпросился, сказал, что нужно вот, извиняюсь, что до окончания нужно уйти, там что-то срочно надо было. И вот сабха закончилась, начался киртан. И вот киртан начался, и вот он здесь собрался уходить, уже сел в машину,
И тем временем Джаджавар Госвами Махарадж начал петь киртан. Он настолько прекрасно пел, как будто все частички в храме вибрировали в такт с его киртаном. Не каждый может поверить моим словам. Не каждый слышал киртан с уст Шрилы Бхактивичара Джаджавар Госвами Махараджа или Шрилы Пури Госвами Махараджа, поэтому вы не можете поверить. И вот, услышав этот киртан, этот человек, он сразу вышел из машины, вернулся, сел на свое место, вроде как отпросился, уехал, вроде, и тот опять вернулся. И вот с неотрывным вниманием он слушал этот киртан. И после того, как киртан кончился, он спросил: моя просьба, завтра мой выходной у меня, я хочу, чтобы все эти саньяси пришли. Это, я чувствую, это очень благоприятный киртан. Я в жизни никогда ничего подобного не слышал. Мое сердце растаяло. Можете ли вы прийти все ко мне домой завтра и спеть эти киртаны у меня дома? И вот они отправились к нему домой на следующий день. И вот, понимаете, когда Джаджавар Госвами Махарадж совершал киртан, весь храм, даже божества, они буквально двигались в такт. И мало кто может поверить мне, поскольку у вас нет такого практического опыта. Вы не видели, как Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, или Шрила Шридхар Дев Госвами Махарадж, или Кришнадас Бабаджи Махарадж, или Шрила Мадхава Госвами Махарадж, или Шрила Джаджавар Госвами Махарадж, с каким чувством они совершают киртан. Так или иначе, если кто-то ругает нашу гуру-аргу, значит, он не имеет представления, кто они. So I can discuss. I like to discuss tomorrow. Please come on time. So, Jeva Muishe Kito Sohidatha Jani Shudiyan Tarabarti Kesu Desu Jayatma Jorati Matsu Napriti Yukta Javadatha Sholoke Vanchakar Kudurashita Vasana Patitanan Vabarita Vasana.